Нябесный транспорт может з'явиться у Могилеве. Такую перспективу огучили под час посяджения Ассоциации промысловцев. Новая транспортная ветка, згодно распрацованному бизнес-плану, может связать площадь Орженькидзе и район улицы Маучанского. На презентации побывала и наша здымочная группа. Оп, все, он сработал. То есть авария, он автоматически выключает. Любая перешкода и вагончик спынится, тлумачит консультант компании, якая популяризует инновационный транспорт у Беларуси. Мовляв, у нас трудной рейковой дороге аварии выключаются. Модель, якую презентовали, поменьшенная у 10 разов от реальной. Вагончики для Могилева плануются, будут крыху иншими. Легкий прогулочный вариант на 2 человеки. Бизнес-план проекта распрацовали и его подтримали улады. Проведены все разлики. Бизнес-план, который уже составлен и утвержден по Могилевской трассе, стоимость проезда будет 80 копеек. При том пассажиропотоке, который уже изучен, существует сейчас с Мовчанского на Орджоникидзе, и будут они ездить здесь, это позволит только эти 2 километра 250 метров сэкономить Могилеву $1 млн в год. Первый участок – 2 километра 250 метров. Добраться с площади Орджоникидзе до Мовчанского на таким по сутности надземным метро реально за 2-3 хвилины. При этом никаких пробок, светлофоров, только хуткость и интересный вид из окна. Окупаемость проекта, скажем, не больше 10 лет. И он отличается безопасностью, экологичностью, эффективностью своей, ну и, конечно, финансовой выгодой. Под час посяджения Ассоциации промысловцев обмерковали так само максимальные крыницы финансования проекту. Будовництво может быть распочато в 2019 году, запуск в первом квартале 2020. Павел Савицкий, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, новины региона.